А, новые неприятности. Морских чертей. Фу, треска-то была верно не свежая. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. Что у тебя есть на продажу? Этот топор кажется очень старый. Он старше, чем эта крепость, а заточки не потерял. Раз в году на Саовину этот топор говорит. Он рассказывает о крови, пролитых в битвах, о пылающих деревнях и кораблях, которые пошли на дно. Может быть, его прокляли, или он выпил слишком много человеческой крови. Одно точно, никто не хочет его брать. Что у тебя есть на продажу? Я бы не отказался от партии в гвинт. Thank you.
А? Привет тебе, Белый Волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да. Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в крепости Каэр-Трольде. Это все знают. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись, не спеши. Как думаешь, кто станет новым королем на островах? Хьялмар, ясное дело. Он отважный, щедрый, в его жилах кровь краха. Нет лучшего претендента. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. С удовольствием взгляну на товары. Я хочу сыграть в карты.
Это еще что? Ну, гравировка. Конечно, не слабак. Пусть твой топор никогда не закончится. Красивый меч. Медальон дрожит. Это место силы. Ее использование. Нет, и ты тоже. Так что прекрати панику. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала. Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы. Выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. А
Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннефер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет! Йеннефер использовала маску. Было. Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Ты сама знаешь, что я этого не люблю. Успокойся. Я только посмотрю, что здесь произошло. Кроме того, есть вещи, которых я, пожалуй, не хочу о тебе знать. Пойдем. Первое место я уже нашла. Пришли. Надень маску. Что ты делаешь? Не снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина — это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Ну как, готов? Используй маску. Берегись!
это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил нас. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансы, что он выбрался, было немного. Я понимаю, о чем. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Надень маску. За Цири гнались. Видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Ну-ка, готов? Используем. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Герритом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал. А потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. В видении он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные ваты.
Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику дикой охоты. Что? Значит, это дикая охота, как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфьяле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири – исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому дикая охота так хочет ее настичь. Значит, дикая охота появлялась на Хиндарсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Армскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Увидимся на месте. Удачи! Дайте знать, если вдруг что-то найдете.